У вас как с химией? Буквально 9 класс химии, элемент СН. Совсем? СН! Короткий вопросик. Очень прошу прощения, девушки. Вы наверняка это знаете. Про историю что-нибудь спросили. Вот. Дворцовая площадь, да. Красота. Где Дворцовая площадь и где это? А вы, кстати, я же в Ютубе... Ой, извините. Ху на нее! Махунга! Всем привет, дорогие зрители, я Жека, и сейчас будут вопросы за бабуса. Привет, брат. Сразу же испугался. Девушка, здравствуйте. Она даже не посмотрела на меня. Водичка капает прямо на мою камеру, аккуратнее. Незамедлительно я предлагаю начинать это шоу. Здравствуйте! Неужели я выгляжу так подозрительно, что ты даже не здороваешься со мной? Ладно. Девушка, здравствуйте. Выручайте срочно. Никто не хочет со мной разговаривать. Как вы думаете, в чем причина? Не знаю, в чем причина. Это из-за того, что штаны такие у меня? Нет, дело точно не в кроссовке. Точно не в кроссовках. Я что, как-то выгляжу подозрительно? Может быть, вы задаете странные вопросы? Может быть. Итак, первый очень странный вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Катя. Катерина? Угу. Тогда меня зовут Жека. Жека, очень приятно. Жека звучит неплохо. Чётенько. Куда путь держим? Метро. Прогулочка? Ну, вы знаете, я вам сейчас все расскажу. Я обожаю, когда... Катя, все мне расскажи. Первый день, когда я приехала в центр Санкт-Петербурга. Я 2,5 года жила в Америке. О май гад! И я вернулась жить в Питер, в Россию. Эй, это серьезно? Really? Really. Do you speak English? Little bit. И за 2,5 года у тебя появился небольшой такой акцент американский, но... Но такие вот дела, и я решила вернуться в эту Рашу. Ну, на самом деле, я правда очень рада. И несмотря на эту дрянную погоду и действительно странные... Ужасные штаны. Штаны эти. Странный прикид, я рада здесь быть. Расскажи, что не так в Америкосе? Ну, она загнивает. Загнивает? Угу. Загнивает? Это все из-за Байдена? Да. Ну, если серьезно, да. Я прям республиканец. Если я была бы американкой, я была бы республиканкой. Знаешь, если бы я был бы американкой, я был бы все, наверное, тоже республиканкой. Какие-нибудь примеры приколюхи американские, что не то, что почему не так? Не так? Ну, там совсем другая жизнь. Здесь мы любим тусоваться, общаться на улице. Там они тоже любят общаться на улице, но это чисто из приличия, а я вот такое не люблю. Мне вот нравится, честно, вот я вам честно говорю, что странные кроссовки, это нормально. А там вы сказали, о, вау, such a beautiful Crocs, вот эти знаки. В общем, они обманывают. Такие дела. Рассказываю историю. Мой друг ездит в Америку частенько, работает там. Че греха таить, бабосиков там можно подколымить побольше, чем у нас. Я? Yep. Я не знаю. You don't know? Смотря чем он зарабатывает. Он зарабатывает ни писы и ни какой. Ага, но был момент, что он сказал девушке, что она симпатичная. Даже не ей сказал, а ее ковбою. Они общались по работе. И он говорит, bye-bye, your girl. Cool. На него хотели подать в суд за домогательство, изнасилование, что-то такое. Ну, это не удивительно. Я обалдел. Говорит, было такой степени милое общение, кайфовое, такое доброе, с улыбками. И потом я узнаю, что такая... Есть много вещей, которые там нельзя говорить. Это правда. Вот такая Америка. Вау, ну у тебя что бы вообще, читкарек? Ну-ка, пускай весь мир это увидит. Подожди, там внутри это какая-то специальная... Кайф. Thank you so much. Какой размер? 39. Так бы махнулся бы с тобой. Нет. Поехали. До 1923 года как назывался турецкий город Стамбул? Истамбул. Истамбул. Ну, не знаю. Ты берешь микрофон.
я снимаю тебя, и ты у кого-то спрашиваешь этот вопрос. 1923? Да. Сейчас мы найдем кого-то постарше. Давай. Очень короткая веревочка. Извините, пожалуйста, короткий вопросик. Очень прошу прощения, девушки. Вы наверняка это знаете. Как назывался город Стамбул, который в Турции, до 1923 года? Константинополь. Спасибо вам большое. Надеюсь, она права. Спасибо. Вот я же говорю, надо спрашивать у интеллигентных людей. И это правильный ответ. Подарок. 5 вопросов всего. Здесь еще 5? 4? Яп. Какой элемент обозначается химическим символом SN в периодической таблице? Ну, может быть, селениум? Нет, там по-другому. Там S, кажется, И. А это SN. В смысле, Си? S доллар. Ну, кроме селениума, ничего не знаю. На S. Вот такая. N. N как буковка P. Советская, православная. У тебя есть возможность спросить у кого-нибудь. Это безвыигрышная лотерея. Конечно, я могу подсказывать. Ну, что это будет за подсказки? Первая буква О. Разве это подсказка? Ну, потому что на не нее? О. Потому что это не О. Первая держи, буква С. Все, поехали. Хорошо, обратимся также ко взрослым людям. В школе по-любому они все знают. Вон, смотри. Химия, думаете? Вон, смотри, толпа. Здесь вот? Да точно знаю. Так, здесь, подождите съемки. Девушки, у вас не отвлечен на одну секунду. У вас как с химией? Буквально, 9 класс химии, элемент СН. Совсем? СН! 9 класс химии, я забыла просто. Девушки, а вы знаете? СН, химический элемент. СН? Да, в таблице Менделеева. А, блин! Вот хотелось... Я знакома, это знакома. Селен. Селен? А есть вариант секель, но отметается сразу же. Надо повзрослее, давайте опять повзрослее, конечно. Химия, советская школа. Простите, пожалуйста, короткий вопрос. Меня тут задали и врасплох застали. Химия СН, таблица Менделеева. Как этот элемент называется? СН? Да. Сера и азот. СН? Ну, сера и это азот. Один элемент. Нет, это один. СН нет такого элемента. Нет. Двоечник уходит. Простите, пожалуйста. Элемент СН в химической таблице Менделеева. Селен. Я тоже говорю селен, и он не соглашается. Так и не кошерно. Так, может, селен все-таки? Нет. В смысле? Нет. Молодой человек, извините, пожалуйста, секунду, короткий вопрос. Элемент химический СН в таблице Менделеева. СН? Ага. Что-то серый что-то связано. Сера? Нет? Нет. Вот я и не помню. Тьфу, это уже... Что-нибудь попроще, почему все сразу химия? Я согласна, я то же самое говорю. А? То же самое ему говорю. Про историю что-нибудь спросили, вот. Дворцовая площадь, да. Красота. Где Дворцовая площадь и где это? А вы, кстати, я же в Ютубе попадаю, попадаются ролики, вы же задаете вопросы. Да, это я. Это да, очень популярно. А я не видел. Да. Серьезно? Да, серьезно? Конечно, я вот в Ютубе периодически молодой человек задает вопросы. Кто-то отвечает хорошо, кто-то вообще никак не отвечает. Ну, ты... Катюх, я очень популярный человек. Безусловно. Да? Я, по крайней мере, сейчас с удовольствием смотрю. Спасибо. Придется посмотреть. Так, ну Кать. Что? Я сдаюсь. Ну что, ты сдаешься? Давай следующий вопрос. Давай, так не работает. Мы серьезная организация. Будешь звонить кому-нибудь? Звонить? По громкой связи, да. Ну, конечно, буду. Куда ну, деваться? Давай. Ты хоть молодец, не стесняешься к людям подходить. Как все стесняться? Все тебе отвечают. Конечно, отвечают. Сейчас позвоню мужу, если он не занят, конечно. Приветики, ты занят? Ну, пока не на созвоне еще нет. А, короткий вопросик. Химический элемент в таблице Менделеева, который начинается SN. S как доллар, N Nokia. Сейчас гляну, не силикон случайно? Силикон. Сейчас, подсек, скажу тебе. Я думала селениум, но это не селениум, и не селен, и не сера. Так, господи, тин, это свинец. Сейчас. Вырубай. Ладно. Потом. Олово, короче. Вот, олово.
Ладненько, спасибо. Сядь, перезвоню попозже. Че, голову, серьезно? Каким он пользуется поисковиком? Яндекс или Google? Google. Мы же из Америки приехали. С помощью Google ты отвечаешь на этот вопрос. Спасибо. За старание, не за его старание, как мужа зовут? Андрей. Не за то, что ты 3 часа не можешь найти в интернете, что такое олово, а за то, что ты молодец, не стеснямба, не прощамба, не увидамба. Вообще-то мне муж всегда помогает. Третий вопрос. Из какого зерна делается японский спирт саке абасаке? Из какого зерна? Ну, из риса. Они же там рис все едят. Смотрела «Гром в раю»? Нет. Ну, ладно. Хотел сделать вот так вот, смотри. Вот, ну, так вот, делай кулак. Нет, вот так вот. Так вот, так вот. Оп, и вот так вот. Это «Гром в раю». Спенсера Брюбекер. Сколько тебе лет? Мне 31. А, понятно. Малолеточка. Мы-то знаем эти фильмы. Итак, диалоги. Четвертый вопрос. От твоего вскрика, без твоего вздоха, я слишком отвыкла, я слишком свободна, я стала спокойна от давнего слова, когда вдруг решил ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, ну, я уже слишком жива, с моего пульса убери руки. Мне нужно продолжить. Но у меня зима в сердце. На душе вьюга. Знаешь, что можем мы друг без друга. Ты знаешь, я читать тоже умею. А я петь не умею. Кто тебе сказал об этом? Друзья. Давай проверим. Не, давай не будем проверять. Ну. Мы с тобой столько времени сейчас бегали, носились здесь. Угу. Олово, не олово. Мужа побеспокоили. Столько людей вытянули из зоны их комфорта. А ты хочешь вот на этой шикарной рубрике взять и все? Сдуться? Такая рубрика. Давай вместе. Но у меня в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга на... Всегда. Тем более. Ужасная песня. Песня шикарная, сумасшедшая, лучше быть не может. Понятно? Сарказм? Это правда. Похоже? Что за музон ты слушаешь? Я слушаю разнообразную музыку, но не такую. Какую? Скажешь, эта песня отстой? Ну да. Ну в моменте она же может так растрепыхать. Надо быть в ресурсе. В ресурсах. Вы, американцы, за 2,5 года так испортите девчонку. Пятый вопрос. Какого цвета верхний цвет трехцветного флага Россиёпы? Верхний? Верхний. Ну, белый. Сейчас, подожди, я посмотрю. Так, верхний. А что внизу? Белый, синий, красный. Ура. Ну, хоть это ты не забыла. Аплодисменты, браво. Бери микрофон, передавай всем привет. Ты победительница в этом шоу. Круто. Давай. Что, я передаю всем привет, и очень рада вернуться. Очень-очень рада вернуться. Я привернулась с новыми силами, буду открывать свою арт-студию. Теперь я знаю какого-то очень успешного блогера, которого до сегодняшнего дня не знала. И у тебя есть. Вау. Первоначальный взнос на твою арт-студию. Вау. Серьезно? У-у-у. Мне за это даже деньги за это дают. Я 4-й день в Питере, я уже заработала деньги. Вы представляете? Спасибо. Это же шоу. Это шоу «Вопросы за бабосы». Потому что тебе за рекламу платят гораздо больше. Да? Откуда ты знаешь? В этом выпуске нету ни одной рекламы. Так мужик сказал, что ты популярный блогер. Он преувеличивает. Хорошо, тогда, если ты не вырежешь, подписывайтесь тоже на меня в Инстаграме. Какой Инстаграм? Паукова, 3 шестерочки. Ты думаешь, ты одна там Паукова, 3 шестерочки? Да. Нет, покажи, как выглядит этот профиль.
там Паукова, по-английски, Пау, Y, вот эти все дела. Народ замучается все это искать. Да, не замучается. Вот смотри. Вот смотрите. Это я. Не очень похоже, потому что там лето, а сейчас зима. В общем, Паукова 3/6. Пока я не... Да, в общем, наслаждайтесь рассказами. Спасибо. Все, Кать, шуруй на метро. Да, вообще здорово. Классная куртка Левиссе. Знаешь, сколько стоит? Классная. В Америке, мне кажется, на наши бабки 1000-3,5. 1200. 1200. Суки. Эти американцы. Ну все, спасибо тебе. Спасибо. Давай, беги тогда. А что, где посмотреть потом? Смотри везде, где только можно. Набирай Негодяй ТВ. Негодяй ТВ? Да-да-да. Понял. Замерзла? Вообще задубела. Да? Вон, спасибо, было да прикольно. Нет, что, неожиданно. Да? Давай, пока. Еще и косарчик заработал. Пока, американка, пока. Давай. Адиос. Амигос. И мы продолжаем это. Привет, мужичок. Да, я так и думал. Здравствуйте, мужчина, не проходите мимо. Только Катихе стоило уйти от меня, как все опять шарахаются. Моего грозного внешнего вида. Может быть, вон тот в шапке? Мужчина, здравствуйте, не проходите мимо. Ну что, чего? Поговорим. А зачем? А вы будете участвовать в очень популярном, шикарном шоу, которое показывают в интернете. Замутим? Ничего не заводит, а что за шоу-то? Не заводит? Офигеть. То есть вас еще завести нужно? Ну, естественно. И как вас заводят? По 50, может быть? Ну, давайте.